Представляем вашему вниманию воздухоочиститель AIC CF85-2.0. Данная модель позволяет осуществлять многоступенчатую очистку воздуха в помещении площадью до 40 квадратных метров. Несколько уровней очистки воздуха позволяют очистить помещение практически от всех видов загрязнения на бытовом уровне. Сенсорная панель позволяет легко управлять прибором. Для включения устройства нужно нажать на кнопку с символом. Индикация замены фильтра на панели управления всегда вовремя подскажет о необходимости его замены или очистки. После замены фильтра нужно нажать на кнопку «Replace filter», чтобы сбросить показания индикатора замены фильтра. Нажимая на кнопку выбора режима на дисплее, можно выбрать нужную производительность. Соответствующие индикаторы будут показывать выбранный режим – низкий, средний, высокий. Нажмите на кнопку UVC, чтобы включить или выключить UF-лампу и ионизацию. Кнопка «Таймер» позволяет запрограммировать прибор на отключение через 2, 4 или 8 часов. Передняя панель легко снимается с корпуса прибора. Мягко, без рывков, потяните панель на себя, держа ее за нижнюю часть. Первое, что мы видим, это фильтр предварительной очистки, пропитанный антибактериальным составом. Сам фильтр крепится к блоку фильтров с помощью липучек и задерживает наиболее крупные частицы, содержащиеся в воздухе, такие как волосы, перхоть, шерсть и пыль. Следующим идет комбинированный фильтр, состоящий из заполненного в ячейке гранулированного активированного угля и HEPA-фильтра. Угольный фильтр состоит из активированного угля, засыпанного в ячейке. Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха считается наилучшим, что делает его более эффективным для очистки воздуха от газов и удаления запахов. HEPA-фильтр класса H14. Самый максимальный класс по классификации фильтров высокой эффективности. HEPA-фильтр отличается высокой эффективностью и предназначен для очистки воздуха от мельчайших частиц пыли, пыльцы и бактерий. К тому же он оказывает положительное воздействие при аллергических состояниях, а также сезонных эпидемиях гриппа и респираторных заболеваниях. Фотокаталитический фильтр и ультрафиолетовая лампа расположены в специальном отсеке. Фотокаталитический фильтр эффективно удаляет газы, газовые примеси и неприятные запахи, присутствующие в воздухе. Ультрафиолетовое излучение стерилизует воздух внутри устройства, а также активирует работу фотокаталитического фильтра. Представленный воздухоочиститель является одним из самых эффективных в своем классе устройств по очистке воздуха. Соотношение возможностей, цены и качества – главное преимущество представленной модели. Мы уверены, что очиститель воздуха AIC CF85-2.0 принесет ваш дом комфорт, чистоту и уют.